Большую часть своей жизни Майкл Джексон провел на виду у публики. В последнее время из-за своего так называемого «чудного поведения», поведение, которое привело к обвинениям в совращении 13-летнего мальчика. Если его признают виновным, он может провести в тюрьме 20 лет. Сегодня, выпущенный под залог в ожидании суда, Майкл Джексон впервые говорит о своем аресте, об обвинении и об обвинениях, которые нынче превратили его жизнь в хаос. Мы встретились с Майклом Джексоном в Рождество в отеле Лос-Анджелеса. Это один из нескольких городов, где он живет в уединении, с тех пор, как власти Санта-Барбары предъявили ему обвинение по 7 пунктам совращения и 2 пунктам использования алкоголя для соблазнения ребенка. Что вы можете сказать в ответ на обвинения, предъявленные окружным прокурором Санта-Барбары, о том, что вы совратили этого мальчика? Это абсолютно ложь. Я скорее перережу себе вены, чем причиню вред ребенку. Я никогда не причиню вред ребенку. Это абсолютная ложь. Я возмущен. Я бы никогда такого не сделал. Но вы знали этого ребенка, да? Да. Как бы вы охарактеризовали ваши отношения с ним? Я помогал многим, очень многим детям, тысячам детей, больным раком, больным лейкемией. Он был одним из многих. Брючный кожаный ремень от русского бренда «Великарос». Это неустаревающая классика и фирменное качество. Ремни выполнены из натуральной, высокопрочной воловьей кожи методом горячего тиснения. На ремень нанесен образ русского богатыря, слова чудотворной молитвы, изображение животворящего Господнего креста. Представлен богатый выбор расцветок на любой вкус. Пряжки изготовлены из латунных и мельхиоровых сплавов. Такой ремень долго прослужит своему владельцу. Приходите в магазин по ссылки в описании. Майкл Джексон говорит об обвинении, что он был знаком с тысячами детьми, которых он приглашал на свой ранчо Неверленд в Калифорнии, чтобы провести время в парке развлечений, посетить зоопарк, посмотреть кино, поиграть в видеоигры и полакомиться любимыми угощениями. Расскажите, почему вы создали Неверленд? Потому что мне хотелось иметь место, где воссоздано все, чего не было в моем детстве. Поэтому там аттракционы, животные, кинотеатр. В детстве я постоянно был в турне, путешествовал, и у меня не было таких развлечений. Поэтому я компенсировал упущенное. Я же не могу даже в парк пойти. Я не могу войти в Диснейленд просто так, я не могу выйти на улицу. Собираются толпы, пробки из машин. Поэтому я создаю свой мир за своими воротами. За этими воротами все, что я люблю. У нас есть слоны, жирафы, крокодилы, тигры, львы. И к нам автобусами привозят детей, которые не видели таких вещей. Это больные детишки, и они получают удовольствие. Чистое, искреннее удовольствие. Люди с грязными помыслами думают невесть, что я что-то делаю с ними не так. Но вы думаете, что, глядя на вас, люди рассуждают, что там что-то не так? Это их больная фантазия. Если они верят в тот мусор, который читают в газетах, да, но... Запомните одну вещь. Не все, что напечатано, является бесспорной истиной. Люди пишут негативные статьи, потому что видят, что это продается. Хорошие новости, по их мнению, не продаются. Джексон говорит, что отношения с этими мальчиками, которые испортили его жизнь, он говорит, что он лишь помогал в борьбе с раком. Когда мальчик приезжал в гости, что вы с ним делали? Я расскажу вам в точности. Когда я впервые увидел его, он был абсолютно лысым, белым, как снег, из-за химиотерапии, очень худым, практически как анорексик. У него не было ни бровей, ни ресниц, и он был так слаб, что мне приходилось носить его буквально на руках из дома в игровую комнату или возить в кресле-каталке. Я пытался подарить ему детство, жизнь. Потому что ему было плохо, потому что у меня не было другого шанса. Я хотел ему помочь, я знал, каково это. Не болеть, нет, но у меня не было детства. У него тоже его не будет. Я чувствую его боль. Джексон говорит, что пытался помочь ребенку выздороветь, гуляя с ним по своим любимым местам в Неверленде. Он никогда в жизни не лазал на дерево. И у меня есть дерево в Неверленде.
Я зову его «Дарующее дерево». Я люблю писать песни. Забравшись туда, я написал много песен там. Я ему сказал: «Ты должен ощутить это. Ты должен залезть на дерево». Я помог ему забраться на самый верх. И когда он залез, мы смотрели вниз на ветви. И это было так красиво. Это просто волшебство. И он был в восторге. Это его шанс пожить немножечко, понимаете? Ведь ему сказали, что он умрет. Его родители сказали: «Готовься к похоронам». Настолько все было плохо. И я настроил его на программу. Я так помог многим детям, настраивая их на мысленную программу, чтобы они пожили хотя бы немножечко. Мальчик, чье имя мы не раскроем, поблагодарил Джексона в борьбе с раком. Он больше не болен, рака нет. И в прошлом феврале в британском фильме, снятом для того, как мальчик заявил, что его совратили, он говорит, что много раз оставался у дома Джексона. Он ночевал в его спальне. Однажды ночью я спросил, могу ли я переночевать в его спальне, и он разрешил мне остаться. Я сказал Майклу, что он может спать на кровати. Но он сказал: «Нет, нет, ты будешь спать на кровати». Он говорит: «Нет, ты». И наконец он сказал: «Хорошо, если любишь меня, спи на кровати». Я такой: «Вот блин». Так что на кровати в итоге спал я. Этот комментарий, вкупе с неожиданным признанием Майкла Джексона в том, что он неоднократно делил свою постель с детьми, положили начало расследованию в прошлом феврале. Департамент службы по делам детей и семьи Лос-Анджелеса провел беседу с мальчиком и его мамой, чтобы определить, был ли тот совращенный инцидент Майклом Джексоном. Согласно отчету агентства, ребенок отрицал какие бы то ни было формы сексуального прикосновения. Расследование заключило, что обвинения в небрежности и сексуальном домогательстве безосновательны. В течение следующих месяцев отношения семьи мальчика с Майклом Джексоном испортились. Согласно источникам, приближенным к семье, у мамы мальчика появились подозрения, что Джексон дает алкоголь ее 13-летнему сыну, все еще страдающему от рака. В конце концов, она пришла со своими подозрениями к окружному прокурору. Это привело к расследованию дела департаментом прокурора и шерифом округа Санта-Барбара. Выписан ордер на арест мистера Джексона. По нескольким обвинениям в совершении, вы знаете чего, по отношению ребенка, залоговая сумма $3 миллиона. Если Майкл Джексон смотрит сейчас, что вы ему хотите передать? Иди сюда и сдавайся. Мы бы посоветовали ему сдаться и подчиниться закону. После этого заявления 2 недели назад будущее Майкла Джексона и его карьера оказались в серьезной опасности. Сегодня в 12:05 Майкл Джексон был арестован. Он сдался властям, которые предъявили ему обвинение в совращении ребенка и в непристойном распутном поведении по отношению к несовершеннолетним. О чем вы думали, когда вас привели в полицейский участок? В наручниках и делали регистрационный снимок, который, как вы знали, разойдется по всему миру. Они сделали это, пытаясь унизить меня. Пытались лишить меня гордости. Но я прошел с ними через всю систему, и когда все закончилось, я хотел, чтобы люди знали, что со мной все в порядке, даже хотя мне было больно. Что произошло, когда вас арестовали? Что с вами сделали? Они должны были только снять отпечатки пальцев, сделать все, что полагается при задержании, но со мной обращались очень грубо. У меня плечо буквально вывихнуто. Она сильно ноет, меня все время больно. Видите, я не могу выше поднять руку. И с этой стороны то же самое. Из-за того, что случилось в полицейском участке? Да, в участке. Если бы вы видели, что они сделали с моими руками. Это было очень серьезно. Мои руки были опухшие, я даже не хочу говорить, вы увидите. Нам показали фотоснимки, сделанные после того, как Майкла Джексона выпустили под залог. Джексон утверждает, что опухоль над запястьем, на том месте, где были полицейские наручники. Как они это сделали? То есть физически, что они делали с вами? Это от наручников. Они связали мне руки слишком туго. И в определенном положении, зная, что мне будет больно, и это скажется на мне. Теперь я не могу двигаться как следует, это мешает мне спать по ночам. Я плохо сплю по ночам.
Джексон говорит, что это еще не все. В какой-то момент я попросил воспользоваться туалетом, мне ответили: «Конечно, вон там, за углом». Когда я зашел в уборную, мне сказали, чтобы я там посидел чуть подольше, там все было испачкано фекалиями, стены, пол, потолок, и вонь стояла ужасная. Потом один из полицейских подошел к окошку и спросил с сарказмом: «Ну что, тебе нравится? Как там тебе пахнет? Как тебе запах? Хорош?» А я просто ответил: «Нормально, все хорошо». И сидел там. Я ждал. 45 минут? Да, около 45 минут. Один коп подходил и говорил: «Вас выпустят через секунду, через секунду вас выпустят». И прошло 10 минут, потом еще 15 минут. Они делали это специально. Правдивы ли заявления Джексона? Действительно ли к нему так относились? Нанесли ли полицейские ему такие увечья, закрывали ли в туалете на 45 минут? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы сделали неоднократные звонки в офис шерифа и окружного прокурора. Они отклонили нашу просьбу в интервью и согласились на заявление на веб-сайте, утверждающее, что обвинение в жестоком обращении не имеет под собой оснований. Обыск на ранчо Неверленд выполняли помощники шерифа. Что вы чувствовали, когда они приехали в Неверленд с ордером? Что они искали? Что они изъяли? Моя комната полностью разгромлена. Мои работники сказали мне: «Майкл, не заходи в свою комнату». Они плакали в телефонную трубку. Они сказали: «Если бы ты видел свою комнату, ты бы заплакал. К моей кровати ведет лестница». И они сказали, что по ней даже подняться невозможно. Комната в полном разрушении. И в этой комнате было 80 полицейских. 80 полицейских в одной комнате. Это явно перебор. Они вскрыли ножами мои матрасы. Ножами. Все изрезали. Они взяли что-нибудь из Неверленда, да? Я не знаю точно, что они взяли, мне не дали посмотреть. Но вы говорите, что они уничтожили ваше имущество. Да, это так. А потом они собрали всех, кто работал на ранчо, и выгнали всех из дома. Дом был полностью в их распоряжении. Они делали, что хотели. Они злоупотребляли ситуацией. Они пошли туда, куда не должны были заходить. Например, в мой офис. У них не было ордера на обыск там. Они злоупотребили своим положением. И комната в полной разрухе, как мне сказали. Не думаю, что я хочу это видеть. Я пока не готов это видеть. То есть вы не возвращались туда-обратно? Я возвращался, но не в свою спальню. Я никогда больше там не буду жить. Я буду навещать Неверленд. Это собственность моя, но я в дом не буду заходить. Я буду лишь навещать это место. Который час? Мне больно. Мне нехорошо. Это не первое обвинение в совращении ребенка, выдвинутое против Майкла Джексона. 10 лет назад его обвиняли в сексуальных домогательствах к другому мальчику. Однако после того, как тот мальчик отказался давать показания, и после того, как Джексон заплатил семье миллионы долларов, чтобы регулировать гражданский иск, Джексону так и не предъявили обвинение. И хотя семья в теперешнем деле не подавала против него иска и утверждает, что не собирается, Майкл Джексон с подозрением относится к их мотивам. Жадность. Деньги. В какой-то момент вмешалась жадность. И кто-то, я не могу их назвать, все из-за денег. Это же Майкл Джексон. Посмотрите-ка, что у нас. Мы заработаем на этом. Именно это и произошло. Я не могу понять. Вот вы говорите, что дело в деньгах, да? Но почему ребенок вдруг сказал: «Майкл Джексон совратил меня»? Если это неправда. Потому что у родителей есть власть над детьми. Дети чувствуют, что должны делать то, что велят родители. Но деньги – корень всех зол, как вы знаете. Любовь к деньгам – корень всех зол. Это милый ребенок. И видеть, как он изменился – это не он. Это не он. То есть вы думаете, что это исходит не от него, а от родителей? Это не он. Я знаю, у него чистое сердце. Но если вы говорите, что вы невиновны, почему вы заплатили, чтобы занять дело? Почему не пойти в суд и не бороться за свое доброе имя? Мне нельзя говорить об этом. Я должен вас прервать. Вот видите? Адвокат Джексона Марк Герасос
сказал, что если я хочу получить ответ на этот вопрос, спрашивать нужно у него. Вспомните, что случилось с ним 10 лет назад. Он был унижен. Он прошел через процедуру личного досмотра, фотографирование, унижение в худшем смысле. Когда люди разглядывали и фотографировали его гениталии, его подвергли самому неприятному вторжению, какое только можно вообразить по отношению к такой звезде. Воображая себя на его месте, я могу сказать, что я поступил бы так же, я бы отдал деньги, чтобы разрешить поскорее эту ситуацию. Это было самым разумным ходом, я не знаю, я не хочу судить, но в итоге публика осталась с убеждением, что это случилось не однажды, это случилось дважды. Два мальчика за последние 10 лет вышли с обвинениями в сексуальных домогательствах. И он публично говорил о том, что ему нравится делить постель с детьми. Вы понимаете, что чувствуют люди? Эй, может, это все неспроста, многовато дерьма. Послушайте, да, дерьма многовато. Но многие люди это дерьмо сами раздувают, искажают то, что произошло. Я понимаю, когда люди говорят, что вот же кто-то еще выступил против него, но, честно говоря, я думаю, большинство людей все понимает. Большинство людей знает, что дело здесь ни в чем ином, как в деньгах. Мы попросили маму мальчика, выдвинувшего эти обвинения, рассказать нам ее версию истории, но она отказалась и никогда не позволила говорить от ее имени. Этот британский фильм, который вышел в феврале, который вам так не понравился. Да, он мне не понравился. В этом фильме вы сказали, что в вашей спальне спали многие дети. Да, правильно. Я процитирую, почему не разделить кровать с детьми, если это чистая любовь. Да, сидя здесь сегодня, вы по-прежнему считаете, что приемлемо делить свою постель с детьми? Конечно. Конечно, почему нет? Если ты педофил, если ты Джек-потрошитель, если ты убийца, то это плохая идея. Но я не такой. Нас так растили. И я не спал в постели с ребенком. Но даже если бы спал, я спал на полу. Я отдал кровать ребенку. Но после того, через что вы прошли, после обвинений, после всего этого, почему вы поставили себя в такую ситуацию, когда что-то подобное смогло произойти снова? Я стал более осторожным. Я никогда не перестану любить людей, как учил Иисус. Он учил: «Продолжайте любить». Всегда любите. Помните о детях. Подражайте детям. Не в зрелости, но в естественном возрасте. Вы отец, у вас трое детей, да. Вы позволили бы своим детям спать в постели со взрослым мужчиной, который им не родственник, или спать в его спальне? Конечно. Если я знаю этого человека, я доверяю ему, я люблю его. Со мной такое часто бывало в детстве. Как отец, вы бы позволили своим детям спать в спальне человека, в отношении которого выдвигались подозрения, подобные тем, что были выдвинуты против вас? Вы бы позволили человека, который... Если бы вы знали кого-то, против кого выдвинуты такие обвинения, я знаю, к чему вы клоните. Вы бы позволили своим детям спать в спальне этого человека? Если бы я знал этого человека лично, потому что я знаю, что такое пресса, и как люди могут исказить правду, я бы, если бы знал такого человека, то абсолютно да, безусловно. Никаких проблем не вижу в этом. Но вы понимаете, как это выглядит для большинства людей? Как что выглядит? Тот факт, что вы... А знаете почему? Люди думают о сексе. Они думают только о сексе. Мой разум не такой. Когда я вижу детей, я вижу лик Бога. Поэтому я так сильно люблю. Вот что я вижу. Вы знаете еще хоть одного вашего ровесника, которому 45 лет, который бы делил бы спальню с детьми? Конечно, не для секса. Не для секса. Это неправильно. Но позвольте сказать, что с моей точки зрения, с высоты своего полета, я не знаю ни одного 45-летнего мужчины, который бы, будучи не родственником ребенку, спал бы с ним в одной спальне. Но что плохого в том, чтобы разделить свою постель? Я не сказал, что я спал в кровати, но даже если бы и спал, ничего там такого нет. Я не собираюсь делать ничего сексуального с ребенком.
У меня сердце к этому не лежит, я скорее себе вены перережу. Я бы никогда не сделал ничего подобного. Это не Майкл Джексон, уж простите. Это кто-то другой. И Майкл Джексон сегодня уже не тот Майкл Джексон, который когда-то был мировой поп-звездой номер один. Его диск «Триллер» возглавлял чарты, а последний альбом не попал даже в первую десятку. Как это повлияло на вашу карьеру? Как что повлияло? Ну, ваша карьера. В каком смысле? Ну как отразилось это все на ваших турах, на продажах ваших альбомов? Мой альбом на первом месте по всему миру. По всему миру, кроме Америки. Потому что я не хочу об этом говорить. Но в США вы не на первом месте. Это сговор. Я не хочу об этом говорить. Я закончу. Я не хочу говорить, потому что мне больно. Мне правда больно. Прежде чем адвокат Майкла Джексона прервал интервью, мы задали ему один последний вопрос. Майкл, что бы вы сказали своим поклонникам, которые поддерживают вас во всем? Ведь у некоторых из них могут быть вопросы. Что бы вы им сказали? Я бы сказал им, что очень их люблю. Они изучили меня и знают меня на расстоянии. Но если вы хотите знать, каков я на самом деле, есть песня, которую я написал. Это самая искренняя из всех моих песен и самая автобиографичная. Она называется «Childhood». Wonder in my youth, have you seen?